Жители Ленгера до сих пор обсуждают смерть Думана Тастамбекова. Он умер в городской больнице, куда попал с огнестрельным ранением. Как сообщают в прокуратуре, юношу можно было спасти, если бы врачи вовремя оказали помощь. Медицинская работа в городской больнице не своевременно была оказана медицинская помощь, поэтому на основании указания прокуратуры Тюлевичского района по статье 14.4 Уголовного кодекса «Возбуждение уголовного дела» оба самого факта соединены в одно производство. Данное уголовное дело расследуется департаментом внутренних дел Южно-Казахстанской области. От внезапной смерти сына в шоке пребывают родители. Они первыми заподозрили медиков городской больницы в халатности. По словам безутешной матери, врачи бездействовали, когда ее сын медленно умирал. В приемном отделении Думан Тастамбеков пролежал 18 минут. Когда медики все-таки подошли к парню, было уже слишком поздно. Моему сыну нанесли двойной удар. Сначала в него стреляли. Второй удар нанесли врачи. Они не помогли ему. Врачи ленгерской больницы уверяют, они сделали все, что могли. От тяжелораненого пациента не отходили ни на минуту. И обвинения родителей медики считают беспочвенными. Мы ему оказали всю необходимую медицинскую помощь. Он поступил к нам в тяжелом состоянии. К сожалению, в 6 утра у него остановилось сердце. Между тем, прокуратура завела еще одно уголовное дело по факту нанесения тяжких телесных повреждений. Следствие выясняет, как, где, а главное, кто смертельно ранил Думана Тастамбекова.